Всех приветствую на канале. Сегодня рассмотрим замечательную монету Италии номиналом 2 лиры. Монета 1883 года. Тираж 3 миллиона 500 тысяч единиц. Время правления короля Умберто I. Родился король 14 марта 1844 года в Турине. Сын Виктора Эммануила II. Трон, которого он наследовал 9 января 1878 года. Это серебро 835 пробы. Гурт у нас надпись. Вес монеты 10 грамм. Диаметр 27 миллиметров. Толщина 2 миллиметра.